Добрый день, уважаемые зрители, с вами доктор Константин Симоня. Тема лекции друга, следующая точка. GI5 янцы активизируют фронтальную часть человека. Вот все то, что я вижу перед собой. Передняя часть туловища моего — это фронтальная часть. Тыльная часть — это там, что сзади, затылок. Вот там вот тыльная часть. То есть данную точку GI5 янцы я могу всегда использовать при всеразличных болях в лице. Вот горячее лицо. Болях в глазах, либо помутнение зрения. Вот. При болях в грудной полости, в животе, в желудке, в мочеполовой системе, в коленных суставах, в передней части ноги, голеностопных суставов, пальцев стопы передней части. Пожалуйста, могу я использовать данную точку GI5 и янцы? Да, всегда вы можете. Но, извините, нужно всегда помнить, что диагностика 12 меридианов также нам что? Поможет приоткрыть дверцу знаний, а в каком же состоянии наши меридианы и почему частенько у меня происходят те или иные болезненные состояния в фронтальной части, либо в голове, вот, передней части, либо в груди, в брюшине, передней части. Вот нужно узнать. Для этого необходимо сделать диагностику 12 меридианов и увидеть, что какие меридианы у вас воспалены, их привести в норму, какие меридианы слабые, что дать энергии, также восстановить в норму. И эту норму стараться поддерживать. И данная точка GI5 янцы может вам что? Поддерживать данную норму. Спасибо за внимание.